Всем привет, друзья! Сегодня будет обзор на сервер Allerion. 1.5.1, 5 раз, 10 классов. Финальное снаряжение R8R. Фикшены ЦКТ 2 грейда, камни Паньгу, карты ШВБ. Сервер открывается уже не первый раз, но на этот раз сделали нечто интересное, о чем сейчас буду рассказывать подробнее. Что ж, приступим? Чары я уже создал, когда менял графические настройки клиента. Заходим в игру, появляемся на измененной 24 точке. Это стартлока. На выходе фарм-локация, но они позднее. При старте в инвентаре вас ждет все самое необходимое для комфортного начала. Подходим к NPC Император Allerion. Берем стартовый квест, который познакомит вас с сервером и его локациями. У него также можно докрафтить некоторые стартовые предметы. Также в квестах есть старт-снаряжение Нирваны 2 грейда на выбор и оружие. Квест-медитация, которая дает вам ежедневную плюшку за двухчасовое нахождение в игре. Ждем окончания 2 минут по квесту. За это время лучше качнуть статы, проточить шмот, плавить камни, дабы удобнее было начинать проходить квесты и вообще фармить. Берем квест, идем убивать ксеноморфа, он как раз находится на фарм-локации за 24 точкой. Так как я не точился, мне было тяжко. После точки и камней те же мобы убивают за 3-4 удара, не особо больно бьют, так что не пугайтесь. С ксеноморфов падают буквы, собрав слово Allerion, буквы пропадут. Автоматически завязается квест на получение награды. Далее нас телепортирует 69-й данж. Тоже фарм-локация, впрочем, в самом квесте все написано. Дальше нас телепортируют в ущелье Феникс, в котором фармится камни Паньгу. Следующая локация — город Ини. Существует два режима — простой соло и сложный пати. Там фармятся нефриты для прокачки карт. Ну и серебряная ЦДЛ, как уже написано в квесте, несуйте сюда в одиночку. После ждем 10 секунд, нас выкинет снова в старт-локацию. Но это еще не все. Квест нам расскажет, что лучше всего смотреть информацию на форуме проекта, что, собственно говоря, и логично. Направят 29-й зеленый курган, где фармятся гравировки. Также нам расскажут об интересной фишке сервера — битве фракций. Вас на рандом закинет в одну из трех фракций в игре, меня кинуло в Империон, например. Аналогично фракциям Марая вам нужно будет присоединиться, вернуться на старт-локу. Ну вот все, собственно говоря, стартовая цепочка закончилась. После окончания старт-цепочки нам выдадутся все ежедневные задания. Также в окне квестов появилось задание получения культивации, соответственно выбираем ад или рай. Также для быстрого старта выдается мешок на 30 па и ПЗ. Так я не точился в начале, делаю это сейчас. Плавляю камни, докачиваю статы и прочие мелкие действия для старта. Точка плюс 12 в один клик. Нужные камушки при старте, что не может меня не радовать. Далее на видео вкладка с крафтом императора Allerion. Здесь вы можете скрафтить на данном этапе джинов 100 и 100 бесплатно, что опять же не может не радовать, так как на большинстве серверов они все-таки платные. Яшмы в джинах, кстати, также бесплатные, они находятся в ярмарке. Также для интовиков неплохой подгон стартовых минус 12 бишках. Тут же вы будете крафтить и трактаты, как стартовый, так и финальный император. Цитатники, когда ваш стартовый пропадет. Ну и различные другое снаряжение, которым можете ознакомиться, листая вкладку. У НПС Галактический Купец крафтится финальные кольца, готовые ПЗ оружия, второй грейд ЦГД. Сервер на стадии ЗБТ, некоторые не по недоделанному, поэтому упоминать их не буду. НПС, создатель ЦГД, соответственно, служит для крафта первого грейда ЦКД за бриллианты. Спустившись с пьедестала, мы видим стат-котлы с первым грейдом Нирваны, 99-ми шмотками и R8. Также у этого НПС крафтится Марай оружие за 50 бриллиантов, что очень мало, фармится 2-3 минуты максимум, но пригодится вам для дальнейшего фарма. Справа, соответственно, уже котлы с R8R, крафтом, регрейдом, полировкой, четвертый котел, гравировка колец. Дух стихий присутствует, он находится на пьедестале, видите его сейчас на своем экране. Левее стоят котлы с наградой за битву фракций. Второй грейд Нирваны котлы. Позади них стоят НПС и наставники, у которых вы учите 11-е скиллы. Сами скиллы покупаете в шопе в ярмарке. Не забудьте купить все необходимое для дальнейшей игры. Учите скиллы своего класса. Далее у зеркала 12-е, если они вам необходимы. И пассивку начала добродетелей. Можем начинать фармить. Ксеноморфы, как я говорил уже. С них падают буквы. Собираем слово Allerion, меняем на награду. Также на них есть ежедневный квест. Вот локация с битвой фракций. Она пока не доделана, но при запуске все будет работать. Это некая замена надоевшей битве династий. Вы будете фаниться, килять друг друга, получать награду. Игроков своей фракции нельзя взять таргет и атаковать. Каждый день там будет проходить битва между тремя фракциями, одну из которых игра закинула нас при выполнении старт-цепочки. Каждый фраг будет приносить вам различные плюшки. Не забудьте прокачать ячейки карт в НПС Мастера карт, у него же крафтятся и карты. Сами карты и темы для прокачки карт добываются в Инии.
Можно добыть все ресурсы как соло, так и пати, но в пати, естественно, будет быстрее. Да и ежедневный квест подразумевает прохождение пати-режима. На вашем экране соло-режим проходит с фулл-стар-персом без кар за 15 минут. Думаю, можно и быстрее определенными классами и с выученным словом истины. Как я понял, это самое актуальное для вас. Фарм помимо букв, ибо следующие данжи, кроме 69-го, плюс-минус рассчитаны на персонажа с картами. Хотя с обновлением их немного пофиксят. Кстати, вот и 69-й данж. Тоже несложный, я уже здесь без мешка. Финал босса я заслоупочил, не убил, поэтому не знаю, как с него падает награда. В остальном же падают и темы для кейсов с плюшками с мобов, а с боссов сами кейсы. Ущелье Феникса, фарм по нему камней. Мобов я пробежал, хотя с них основная награда, но убил только босса, прошел ежедневку. На этом по серву у меня все, уже все-таки PvP направленности, поэтому фарма здесь не очень много. Да и в старшмоте с адекватной пушкой можно бегать, фаниться, PvP-шиться и так далее. Открывается сервер 13 сентября 19.00 по МСК. Думаю, стоит залететь, поиграть, потому что на этом сервере относительно недолгий и интересный фарм, доступный как соло, так и пати-плеерам. Интересная уникальная система фракций, не будет никаких готовых шмоток в ЛК или шопе, ну и уже проверенный баланс, который нравится многим игрокам. Да и вообще, лично мне было бы интересно оценить биту фракций в деле, помимо других изменений дефолт-клиента. На этом я с вами прощаюсь, залетайте плеить на серф, если вам зашел концепт. Всех благ, друзья, до новых видео, пока-пока.